никак не затронули вопрос, связанный с экологией. Какие мероприятия были, что было, не было, то есть вообще никак. И также у нас была работа с планом, или может быть он как-то по-другому называется, по учету зеленых насаждений и дальше план озеленения. То есть вот был он выполнен, не выполнен, что происходило за год в этом направлении? Ну, я вам могу сказать, что чисто по экологии, ну, так скажем, полномочий по экологическому контролю на отдел градостроительства вообще-то, скажем так, невозможно. Светлана Валентиновна, мой предыдущий руководитель, занималась, так сказать, этим вопросом по собственной инициативе. У нас существует ставка эколога, но, к сожалению, эколога найти ни в управлении городским хозяйством, ни в администрации города, человека с экологическим, так сказать, образованием, пока что никто не может. Работа именно по экологическому вот этому плану после этого не проводилась никаким образом. Мы пятым созывом рассматривали этот вопрос, этот план, говорили о том, что необходим ряд мероприятий, и дальше вот ничего. Да, пожалуйста, примите к сведению о том, что необходимо. Во всяком случае, мы, наверное, на комиссии вернемся еще тогда, поднимем этот план, посмотрим. И в управлении городским хозяйством, в администрацию, ищем специалиста, но почему-то у нас не можем найти, или не идут специалисты, или нет специалистов, но это именно эколог, который занимался экологическими вопросами, у нас пока нет.